Fecha de nacimiento. Esperanza. Esperanza. Ребят, как с испанского переводится Esperanza? Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Надо добраться до корабля. Ясно. Когда будем в Майами? Мы попрощаемся с Олегом. Обещаю. Как, кстати, засейвиться? Options, off, credits, reload. Перезагрузка, автосейв. Автосохранение. Ну, короче, погнали. О. Это прям черт. А где телочка-то? Escape the building. Escape the building. Stealth. Watch the detection meter. Stealth. Cause. Говоря, стрёмно. Нету карты, есть какое-то указание. Дайте мне пушку, я как бы пушкой всех этих чувачков бы уже давно кончитос бы им сделал. И все. Так, 45 метров. Что? Жесть. Давай, двигать отсюда. Может, какая-нибудь пушечка есть? Ну, ё-моё, танки ездят. Стрём максимальный. Нам нужно пересечь площадь. Они нас увидят. Не увидеть. Че же пушка есть? Ну, не такие, конечно. Канализацию. Так, я, конечно, так по-стрёму, ребят, максимальный дом. Так. Шутинг. Типа стрелок. Use. Shoot. Давай, куда ты меня ведешь? Я такой типа охренел, если честно, от этого призыва потом. Ну, типа. Беги. Я, конечно, перебздел. Конкретно так перевзял. А то нельзя, да, пройти. И чего? Нет, прошу! Капец, вот это жесть. Капец, какая жесть. Да уж. Вот срань. Вот срань. Прекрасное слово. Сочетание. Вот срань. Они пошли туда. Охренеть. Жесть. Как она есть. Так. Хорошо. Хеликоптер. Хеликоптер. Вертолет. Ну, хоть это я могу перевести вам. И хоть как-то быть полезен в знании, вернее, в слабом знании своего английского языка. Так, нам нужен наверх. Я не могу туда залезти. Очевидно.
Может быть нет. Хеликоптер. Куда нужно? А, вот эту штучку, дрючку нужно. Соответственно, нужно сюда. Я понял. 40 метров фаер, огонь. Я вижу вас, сволочи. Клеймп. Пик. Клеймп, типа, взбираться. Ну, прикольно. Это так прям, типа, чувак, учи английский язык. Типа, совет. Far Cry 6 для Максима Шубина. Так, ладно. Это что здесь? Здесь что? Climb? Или climb? Climb, наверное, правильно, да? Climb. Типа, взбираться. Вскарабкиваться. Не с места. У нас беглецы. О, я. Хеликоптер. Ёптать! Ну, такое. Более-менее. А что ты ножом мне угрожаешь? Я же хеликоптер. Так, ладно, куда нам идти? И, честно говоря, это что-то похоже на какой-то немножечко паркурчик. Хеликоптер. Опять хеликоптер. Неплохо. Блин. Так. Ай, я надеюсь. Ну ладно. Надеюсь, это правильное решение было. Куда смотрит полиция? Да. Что военные нас убивают? Ну шуф. Ага, полиция против военных, как бы. Корабль там. Бежит. Тоже сравнил. Разные калибры у них. Юзай shift, чтобы бежать. Юзаем. Давай. Шелтер какой-то, что ли? Хеликоптер. Бабуля, ребят. Учим испанский еще. Задний. Комьерда. Марко, ты все заводишь друзей? Блин, я хочу испанский очень. Где Олег? Он отказался. Такой прикольный. Отдал семье. Брехня. Олегу, сирота. Олега уже никуда не выгонят. Ну же, Марко. Пропусти. Вамос, проходите. Эй, какого черта? Пустите нас. Неужели Вамос переводится как «проходите»? Я думал, вам с типа вперед, класс, что-нибудь такое. Грасиас. А, грасиас, спасибо. Вот, все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олег сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем, как в приюте, как в академии. Что это? Диос мил, боже мой, нет. Так себе шелтер. Как это бабуля к нам пришла? Оу, соборки. И прям сюда. До того, как стать эль-президентом. Эль-президент. На судёрочке, типа такого, мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо. Наша цель — испытать себя. Но порой Михосе ловил больших таких марлинов. Гордость не позволяла ему отпустить. Больной тирану! Больной тирану! И ум своего сына! Буля зря стала залупаться. Рыбу сегодня. Однозначно. Правда? Диего.
Диего! Охренеть. Диего? Я поймал тебя. Сын? Пора возвращаться домой. Я устала от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок. Мы с тобой отпустим. Так. Что вообще произошло? Она... Vamos, vamos. Mira, gente. Ah, né? Ну, да, отпустит это, конечно, громко. Слишком громко сказано. Мерзкий. Очень мерзкий. Не держит свое слово. Ай-яй-яй. Как и все. Кто хоть чуть-чуть поднялся. Ну что? Ubisoft Presents. Ubisoft представляет. Shanghai. In collaboration with Ubisoft Berlin. Ubisoft Kiev. Лида. Я не чувствую. Черт. Лиди, это моя вина. Мобильник. Да, забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба материя. Что? Я здесь. Клан. Либертад. Хулио. Черт. Хулио. Все тут. Возьми мне мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит, Лиди. Я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Даня. Ну что, все? Нас повезло. Ну да. Ну да, есть такое. О, сердце, Лита. Ubisoft Toronto and Montreal Production. Machete. El Machete. Far Cry 6. El Stellanto e Lubovanto. Sua Santurio. О, похож на меня. Сколько же трупов? Хуя. Охренеть графика. Какой еще припасы и сваливай отсюда. Чуваки, ну и графика, слушайте. Не, вода, конечно, говно, но типа в Расте, по-моему, круче график. Нужно найти на пляже оружие и припасы. О, прикольно. Рыбки тут всякие. Ладно, немножко графики чекнули. Я пока, ребят, просто осматриваюсь. Осматриваюсь. Знаешь, это Far Cry 6. Это кокосы? Можно кокосика мне? Честно говоря, было бы прикольно побывать на каком-нибудь таком тропическом острове, но где без всяких там, знаете, ядовитых существ, скажем так, и опасных. Иначе было бы, конечно, стрёмно. Не, ну в любом случае... Черт, побой не да.
В любом случае, даже если таких, может быть, и нету. Ну, кто знает, я не так сильно это. То надо подготовиться, тогда будет очень, так знаете, тщательно понять, что к чему, что туда нужно взять. Так, Litas phone has a photo that will help my find. Телефон, так, есть телефон Литы, фото, что сделать, поможет мне найти Libertad какой-то. Ну так, я попытался, ребят, перевести, как бы, я, знаете, не очень силен в переводе английского, да, то есть я что-то пытаюсь перевести. На самом деле, мне дико это прикалывает, что я хоть что-то могу перевести и быть вам в этом полезен. Классно. Ну, да, пока очень слабоват, медленный очень, но... Так, куда вообще идти-то? А, вот, собственно, есть... О, стрелочка. Спасибо, синяя стрелочка. Мы пошли в лес без патронов. Да. Fendi Bunker 43. Ёпаный. Вот-вот. Так. Я одну штучку хочу сделать. А, так. Так, возвращаемся. Просто надеюсь, сейчас будет лучше слышно вообще. Точки тут. Снейк, мачете. О. Ты что, не убиваешь, что ли? Что ты тупишь? Беги быстрее. Такое себе. Не очень-то много хп. Ну, давайте. Приближается, как я понимаю, да? Что-то на испанском. Вот они. Что, сзади бьет, что ли? Да. Козлина. Вот что я могу ему сказать. Ну, carry body. Типа... Подожди. Это что-то не то. А, типа взять тело? Давай дропнем. Дропнем тело. Нахрен не тело его. Чё, это насилие, что ли? Пошёл нахрен. Ну, сорян. Сорян. Ты просто меня испугал. Не нужно было этого делать. Тогда все было бы хорошо. Мы бы с тобой классно потусили. Ну такой сушеный паровоз, что, конечно, да. Recycle fasteners. Recycle. О. Четко. Очень добротный выстрел был. Твою мать. Чёрт. Ну, бывает. Красивая. Хоть, конечно, и сушеный паровоз. Ну да ладно. Так. Так. Что у нас тоже есть, да? Так, нам бы похилиться, конечно. А можно какие-то хилки? Хилки. Есть какие-то хилки здесь? Может быть, здесь? Spray cans. Что за cans? Я не знаю, какой-то спрей. Блин, как же много всего непонятного. Collect. Что это? Что это? Может пригодиться. Трусики? Ну ладно. Трусики. Так, hold, learn more.
Учи больше, более, что учи более. Так, трусики. Мы тебе, наверное, более крутые трусики. Да, вот эти трусики прибудут у нас. Ладно, все. Так, тут что у нас? Ишка. Так, тут у нас... А что мы можем сделать? Да вроде пока ничего не можем сделать. Чисто так. Посмотрели. Fire Club Camp. Camp — это типа лагерь. Найди кэмп. Ну... Ты чё за... Чёрт такой, а? Ты что? Wild hot... Hog meat. Hog meat. Мясо хога. Ну, вот этого кабана, наверное. Ну, надеюсь, это хорошо. Я охренел, типа, ещё и кабаны на нас нападают. Я, честно говоря, пока не вкуриваю, что здесь ещё происходит. Ну, то есть... Что-то там чуваки вроде тусили, и вдруг какая-то хрень началась. Танки поехали по городу. Вот. Завалили друга. Ешка. Кошечкой. О, grapple key too. Слушайте, немножечко это похоже на Far Cry Primal, кстати говоря. Вот, ну, в плане местности. Реально похоже. Control. Подожди. Я же хочу юзать. А можно джампать? Можно джампать, прикольно. Слушайте, ну мне нравятся вот эти вот какие-то такие штуки, которые... Ну хрен ты где встретишь на самом деле. Юзать грейпл можно. Как он? Подожди, еще раз. Грейпл, ну типа этот крюк. Ну я понимаю, грейпл, грейпл окей. Хотя грейп это этот виноград, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Ну, что-то другое немножко. Не хотелось бы. Какой красавчик. Да, мы с Литой, друзья. Литой. Силенсио, заткнись. А почему? Непонятно, почему этот перевод, может быть, это какой-то ошибочный перевод, я чё-то... Вижу только ты. А, мешочек, типа, на деле. Понял? Клара Гарсия! Отвечай. Answer. Отвечай. Answer. Только ты один? Си. Си, а, си, да. Вот, еще одно слово знаю, на испанском. Ты здесь, это главное. Нет, погоди, Армана. Эрмана. Свалить из Яры. Сестра. Но ты в моем лагере. Эрмана. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют. Либертат, Эрмана. Лида сказала, ты поможешь. Я так что-то испанский захотел учить. Комердия. 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 Interesting. Ты ведь сирота? Си? Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастилии. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбис. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цель. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоя, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да. Все просто. Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Что-то какая-то карта. Либер. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать Туарио. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду.
У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантация Вегера не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видел. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру словно паутина. Теперь их используем. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадес и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А это карта, верно? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. It's okay. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лиди сказал тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку. Поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять. И лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся. И скажи, как будешь готов платить. Теперь у нас автоматы. Возможно, повышение. 21 meter fire. Fall. Rifle. Chorus camp. Camp лагерь. Лагерь Клары. Окей. Это я understand. Read. The Terrace of Yara by Clara Garcia. Я не знаю, что такое Terrace. Дыра, слеза, дыра, слезиться, рваться, ранить. Мчаться. Дыра of Yara by Clara Garcia. Mariposa Nocturna. Is it true? Yara original. Блин, я никогда не понимаю. Печально. 20. Чего ты так надо? Есть разговор. Ток. Ну давай потокаем. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес, короче, погнали. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он близ. Ну, окей. Попробуем это сделать. Что делать? Куда идти? У нас же есть пуха. Ну, как бы с ней как-то веселей. Ну, все, появилось. Ничего себе такая, знаете. А, я понял, тут как бы не так все однозначно. Так. Стоп, подожди, можно же сюда сразу, да? Зиплайн. Юзаем зиплайн. Кайф. Не, зиплайн классная тема. Еп. Ваша шпионская фигня работает. Нет. Если не хочешь неприятностей, держи оружие в руке. Особенно, когда вы могу сольдаться. Сольдаться. Иногда лучше не лезть в драку. Суверте. Holstering your weapon. Я ни черта не понимаю, что quickly, быстро unholstered with, типа, завали, что-то, не знаю. О. Охренеть. Я understand, но, типа, с оружием тут, ну, не стоит, наверное, ходить. Все-таки. Ну, я надеюсь, правильно понял? Если нет, то это будет не очень хорошо. Я понял. Чего? Подожди. Так. Так, стоп. Что за музыка?
Options, audio, master room, radio music. О, нахрен это все. Просто делу. Так, это все тоже в Muse. Чтобы, как говорится, по авторским правам. Ничего нам. Хрена! Она все равно что-то перекает. Мачете килл. Подожди, куда идти-то? Блин, я не помню, на месте, не на месте. Ну, сорян. Наверное, не здесь. Не, мачете, конечно, классная штука. Прям вблизи шикарно работает. Отличный инструмент. Похоже, это Хуанито. Хуанито? Maybe. Maybe, baby. Хуанито. Хуан Кортес. Везде есть Хуан и Кортес, и просто как... Де надо. Так, Вова, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар. С уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же мне выдало? О, гуапо. Тут тебе не зоопарк, а Бэл. Пара меня прислала. Си. Я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало выйду. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсел, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь мистить? Что? Нет, не умею. Понял. Молодинга. Охренеть. За твой труд дадут больше. Ага. Что происходит? Кажется, мы здесь как-то загостились. Да, жесть.